Всем привет и спасибо, что вернулись в криптовселенную. Сегодня мы с вами поговорим о биткоине и посмотрим на прибыли со сделанных инвестиций с начала года, или как их называют, ROI. Если вам, друзья, нравится такой контент, не забудьте подписаться на канал, поставить под видео лайк, а также посмотреть распродажу IntoTheCryptoVerse на сайте IntoTheCryptoVerse.com. Повторюсь, что на этой неделе будет всего лишь несколько видео, так как я планирую поехать на мероприятие Bitcoin Майами через несколько дней. И если вы также планируете поехать туда и быть там в последний день этой конференции, 20 числа, то я планирую выделить время на то, чтобы провести встречи с людьми. Об этом более подробно я еще расскажу, по мере того, как мы будем приближаться к этому времени. А сейчас я с вами хочу поговорить о возвратах от инвестиций, которые делаются с начала этого года в биткоин. Мы с командой сделали несколько новых инструментов, и поэтому я хотел бы об этом рассказать вам. И, конечно же, когда мы первый раз смотрим на что-то подобное, поначалу нам это особо ничего не говорит. Но если мы с вами посмотрим на результаты инвестиций, сделанные в начале 2023 года, конечно, в биткоине. И когда мы с вами об этом думаем, то я считаю, что полезно посмотреть на то, какие были последние два года перед событием халвинга. У нас есть 2015, а также у нас есть 2019. И до сих пор Наши происходящие события больше похожи на 2019, чем на 2015. Но также вы можете заметить, что прибыли с начала 2019 года уже этот год обогнали в виде функции времени и того, что нам осталось в 2023. И, как я говорил ранее, года перед Холлингом обычно имеют взлеты и падения. И подобного вида графики они... Помогают на самом деле разобраться и понять, что, с одной стороны, они показывают, что в прихалвингах обычно ничего не происходит не с точки зрения достижения новых вершин. И обычно у нас образуются апатичные ситуации в годах, предшествующих халвингу для прибыли по сравнению с годами, когда происходит халвинг. Но, по крайней мере, до сегодняшнего момента результаты действия биткоина в этом году достаточно неплохие. Да, мы опустились ниже того момента, в котором мы были в 2019 году. Если посмотреть на прибыли с начала года, но даже с учетом сказанного, мы значительно выше того, где мы находились в этот же момент в 2015 году. Так? И еще одна вещь, которую мы ранее делали. Это рассчитывали средние за 2015 и 2019. И причина, почему мы это делали, заключается в том, что если взять среднее за 2014 и 2018, и вот так выглядит среднее за эти два года, и если это наложить на то, что было в 2022, то в конечном итоге все, что происходило, довольно хорошо совпадет. И теоретически покажет картину того, каким произошел оскок для биткоина за эти годы. И я готов спорить, что вы можете сделать нечто похожее для годов, предшествующих Халвингу. И поэтому скажем, давайте посчитаем среднее за 2015 и 2019. И если мы это сделаем, то получим вот это. И имейте в виду, что это не 2019, это среднее за 2015 и 2019. Если посмотреть только на 2019, то получим вот это. Но если возьмем среднее за последние три года, предшествующее Халвингу, то получим что-то более сплющенную версию 2019. Потому что в нем было довольно взрывное движение вверх, которое мы оставили позади и упали с него в 2023. -й. Но если мы наложим 2023 на эти графики, то мы получим вот это. И до настоящего момента, я готов спорить, что 2019, а простите, средний за 2015 и 2019, показывает нам довольно уверенный отскок в движении цены биткоина за этот год. И если вернуться на несколько месяцев назад, я говорил, что я думаю, что средняя цена если взять среднее значение прибыли с начала года за 2015 и 2019, то это обеспечит наличие отскока для биткоина в 2023. Но, конечно, нужно выждать время, чтобы убедиться в том, что это так и есть. У нас впереди с вами еще 7 месяцев для того, чтобы определить, верное это утверждение или нет. Но пока еще это утверждение остается верным. Но, повторюсь, у нас еще с вами впереди много времени. Если вам интересно, что за отскоки, о которых я говорю, чтобы мы остались на уровнях временного среднего возврата в прибыли за 2015-2019 год, то этот диапазон составляет от 12 тысяч до 35 тысяч долларов. Если вам интересно, как эти цифры получились, то если посмотреть сюда, то это самая низкая точка минус 25% под открытием года. Соответственно, это значение составляет около 12к. При этом вы видите, что верхняя более чем и точка x над открытием года, что приводит цену биткоина на уровень около 30к. И, конечно же, я не предполагаю, что цена биткоина должна выйти за эти экстримы. Наоборот, я ожидаю, что цена биткоина будет оставаться внутри этих экстримов до конца этого года. И вместо того, чтобы лететь на новые вершины, мы, вероятно, останемся внутри этих границ. А следующий год может стать годом, в котором у нас образуется вероятная причина подойти ближе к этим высоким значениям. И, конечно же, в 2021. Но пока я имею в виду все еще. Вы видите сами, что мы... У нас было это первое движение вверх, второе движение, теперь мы немного консолидируемся. И если третье движение образуется, если будет третье движение, то этот график нам подсказывает уровень в 35К, который станет довольно сложной отметкой для преодоления. И опять же, если мы свалимся в рецессию, скажем, в течение второй половины года, то ориентиром для нас будет нижняя граница диапазона. Но еще одна вещь, которую мы помним из прошлого цикла, что рецессия, которая следует после переворота кривой прибыли, на самом деле не образовалась до года халвинга. Так? Поэтому, если мы с вами посмотрим на прибыли 2020 года, и, конечно же, это был отличный год. Но у нас сначала было ралли во время года халвинга, после чего мы увидели довольно большое падение, которое произошло в марте. Но даже это не является справедливым утверждением, потому что это не включает часовые свечи. Мы на самом деле опускались ниже, если мы посмотрим на этот график на часах. Опять же, в какой-то момент... Я бы сказал, между текущим и будущим халвингом. У нас произойдет момент переворота кривой прибыли. И это станет еще одним вторичным страшным моментом для биткоина. И, конечно, в краткосрочной перспективе, пока мы не увидим материальный рост безработицы, пока мы не увидим что-то похожее вот на это, мы, скорее всего, вряд ли увидим крупную капитуляцию в мире биткоина. Но как только это начнет материализовываться, что, я думаю, мы можем увидеть, во втором полугодии этого года или в начале следующего, то вот что, я думаю, приведет нас к так называемой второй волне страха, которую ранее мы уже видели. Повторюсь, что мы видели ее в 2020-м. Вторичный ужас после роста 2019-го. Простите, 2018-го. 2018, 2018 привел нас к этой капитуляции, и в 2020-м вот здесь мы испугались. Если мы посмотрим на предшествующий Халвингу 2015-й, у нас было два ужаса в один год. Вот здесь, в январе, а еще один у нас был в августе. И хоть августовский страх не такой был страшный, на самом деле, если взять часовые фитили, то это будет двойное дно. А на некоторых биржах даже было нисходящее дно. На некоторых было восходящее дно, если возьмем среднее, это было где-то горизонт. Но повторюсь, что это кое-что, о чем нужно помнить. Я предполагаю, что где-то между третьим кварталом этого года и первым кварталом следующего года мы увидим этот вторичный страх, который мы ранее видели у биткоина. Перед тем, как наступит следующая фаза, этого, так сказать, расширение и роста биткоина, который также исторически мы видели. Это очень циклические поведения. Конечно же, они не обязаны повторяться. Более того, некоторые считают, что они не повторятся. Но до того момента, пока это не закончится, я буду предполагать, что мы, скорее всего, будем двигаться в похожем сценарии. Итак, повторюсь, 2023 — то, что я жду. 2019 в этой части мы сравниваемся сейчас с 2019. И в 2015 вы видите, что мы были гораздо ниже в годах, предшествующих халвингу. После чего мы увидели ралли только после того, как прошел третий квартал года. Итак, мы, скорее всего, увидим довольно приплюснутые движения цены. Опять же, это не значит, что мы не увидим ралли, и мы не увидим движения вниз. Но я не буду ожидать ралли до достижения новых высот в этом году. И, конечно же, я не ожидаю биткоин по 15к. Я ожидаю довольно скучный год. И хоть мы и, конечно же, увидим, наверное, какое-то движение вверх, как обычно происходит в годах перед халвингом, но при этом также, вероятно, мы увидим такое же количество времени, когда биткоин будет двигаться и вниз. Половина зеленого, половина красного. Затем мы переходим к году халвинга и попробуем взобраться повыше. В любом случае, друзья, если вам нравится этот контент, пожалуйста, подпишитесь и поставьте под видео лайк. И не забывайте, что это поддержка авторов, которая им очень нужна. Увидимся, всем пока.